Арест был неизбежен. Степаненко поплатилась за непомерную жадность. Петросян решился на крайнюю меру. Другого способа образумить наглую жену не было. Вся страна запаслась попкорном и следит за разводом известных юмористов. Уже понятно, что по степени скандальности и грязи, по количеству взаимных обвинений, он превзойдет самые громкие бракоразводные процессы последнего времени. Например, только что стало известно, что арестовано все имущество Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы обожествленная артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата. Сергей Жорин, адвокат Петросяна, сообщил, что счета юмориста были заблокированы еще в начале бракоразводного процесса. Однако шоумен до последнего не хотел требовать ареста счетов супруги. И сделал это из-за того, что Степаненко отказывалась оплачивать квартиру, в которой сама же и проживает. Эти хоромы являются самым дорогим активом в полуторамиллиардном состоянии семьи. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!